Как сказал Джек Лондон, это жажда жизни. А я скажу так. Таня растила подсолнух хилый. Но, невзирая на все наши ну, он тянется к солнцу, он тянется к воздуху все равно. А какой у нас цветочек? Освещение плохое. И далее из семечки, которые мы дарили птичкам, из случайной семечки вырос цветок. Во как!